Приведение контейнерных площадок к единому стандарту раздельного сбора отходов обсудили на еженедельном совещании, которое прошло в администрации Одинцовского городского округа в среду 18 сентября. Из 552 площадок, имеющихся в муниципалитете, приведены к стандарту раздельного сбора отходов 417. Еще на 137 предстоит провести работы. Об этом рассказал заместитель главы администрации муниципалитета по вопросам ЖКХ Михаил Каратаев.